Ну что, друзья, есть и хорошие новости. У меня, как видите, есть iPhone 7. К сожалению, на него не придет обновление уже iOS 16. Но зато есть другое классное обновление. Значит, обновление... Давайте посмотрим, какое обновление пришло. А, ну, как всегда, посмотрим в обновление ПО, короче. И это обновление, друзья... Значит, iOS 15.7 весит 4,4 гигабайта и огромное количество здесь улучшений, исправлений. 4,4 гигабайта – это огромнейшее обновление, которое мы сейчас закрутим и установим. Поехали!